вот это родители у Дмитрия Ивановича там вообще, они прямо, ух, круглые сутки-то, наверное. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это снова интеллектуальная рубрика «Качаем мозг», это снова игра «Тривиадор». Интеллектуальная элита Ютуба, скажем так, начала вновь свою работу. Интеллектуально андеграундная элита, очень нахрен неизвестная и почти никому не нужная интеллектуальная элита под именем Декарт начала свою работу. 5, 4, 2, 1, кстати, третья секунда, по мнению программистов Тривиадора, по-видимому, не существует во временном континууме или где там. В общем... Что сейчас было? Я что-то услышал, какую-то фразу? Подождите, я что-то не понял, или мне показалось. Кто-то явно что-то сказал. Какого хрена? Туда добавили какого-то англичанина за зарплату. Смотрите, он тут фразочки. Сколько лет составляет разница в возрасте между Пугачевой и Галкиным? Ну, я не знаю, давайте скажем, что 35. Я вообще, честно говоря, не знаю, сколько кому из них лет. Не, наверное, поменьше немного. Может, где-то 28-27. Она вообще, у нее же там куча, наверное, всяких операций, там, пластических и тому подобного. То есть, 18 ничего не ответил. Смотрите, турнир начинается, в принципе, неплохо для меня. Потому что мало того, что я с краю, так я еще и огораживаюсь и ничего не знаю. Давай. Ничего не знаю в плане того, что... Я ничего не знаю, чего они от меня хотят, они ничего не получат. Я сейчас огородился... Я-то знаю. Сам-то я знаю много чего. Я сам сейчас покажу свои знания просто по полной программе. Почему у меня там смайлик какой-то? Реально, я вижу там какая-то рожа улыбающаяся. Не знаю, к чему бы это. Это что? О, боже. Блин, отмена. Нет, это так не пойдет. В каком году Александр II вступил на престол Российской империи? Пиши что-нибудь, я не знаю. Блин, черт, а я бы был, я бы, блин, смог ответить правильно. Но смотрите, мне повезло в том плане, что зеленый вообще ничего не отвечает. Я с этим полноэкранным режимом случайно клацнул, блин. Завоевание второй тур, соперник 2, следующий. Мне кто-то писал, что тут есть какой-то значок миссии. Вот это что ли? Я не понимаю, что это такое? Нет. Где-то должен быть значок миссии, мне в комментариях написали. И я его типа не вижу. Не понимаю. Я не понимаю, ничего тут нет. Выберите землю. Ну вот эту, естественно. Надо как-то огораживать свою крепость. Снова Декарт улыбается чему-то. Чему он улыбается на втором месте? Сколько потребуется римских знаков, чтобы записать арабское число? Не знаю. Я ответил, все. Будем надеяться, что так. Теперь считаем. 5, 6. Смотрите. 4-4, ура! У меня все-таки есть шансы. У нас сейчас ничья, и сейчас я вырываюсь вперед. Это хорошо. Давай, Алтай и Югру. Давай, на... А, не, еще здесь, подождите. Надо еще обязательно вот тут вот закрыться. Потому что следующий шаг кого угодно может оказаться здесь, и тогда я буду в очень плачевной ситуации. Это как-то я заметил, чуть-чуть как будто стало подлагивать. Это из-за англичанина из-за этого, который... пришел тут наговаривать текст за копейки. Я, ну, может, не за копейки, может, ему много платят. Hurry, да. Шар для Лепи создал язык жестов для глухонемых. В каком веке? В 18-м пусть будет. Если бы я еще знал, когда он жил. Ну, тогда я мог бы, в принципе, ответить, и когда он создал. Но я не знаю ни того, ни другого, увы. Мы прямо синхронно отвечаем с этим чуваком, а этот вообще забил. Это, в принципе, повезло. Знаете, как это происходит? Он, наверное, нажал, типа, впустите меня в турнир. А потом, после того, как нажал... Ушел от компьютера, игра уже началась, а он пропустил все это дело. Ну, давайте... Да, тут оно автоматически. Опять как-то немножко медленно это происходит. Медленнее, чем обычно, мне кажется. Ну, значит, вот мой единственный соперник. Но, смотрите, у него большое преимущество. Он может сейчас разбить вот этого вот козла зеленого. Но, честно говоря, на русском языке в прошлой старой версии Тривиадора там чувак лучше озвучивал, чем вот этот хрен. Не знаю, мне так кажется. Важная кольцевая дорога Вены называется Гюртель. Как это слово переводится на русский? Запонка, пояс, застежка, манжетка. Блин. Понятия не имею, честно говоря. Может, кольцевая... Пояс, наверное, кольцевая же, черт. Да, какая нахрен запонка? Запонка. Запонка или запонка, я не знаю. Ну ладно. 200 у него, этого козла. Блин. А, ну сейчас будет вообще весело. Он же не играет. Это мы сейчас будем ждать, наверное. Ну, с другой стороны, если мне удастся выиграть эту партию, а шансы у меня пока есть, то вот за счет этого, наверное, мы потом уже, а когда закончим, мы дольше всех, наверное, будем играть. Какой из этих газов легче воздуха? Гелий. Гелий легче воздуха.
Потому что гелиевые шарики, они вот улетают вверх. Это однозначно. Ну, смотрите, две... Еще 100 очков он получает. Блин, надо срочно как-то что-то делать с этим. Блин, он сейчас нападет на него. Сволочь! Этот термин заменили словом новобранец. Подождите. Рекрут? Наверное, рек... Или... Не, ну, кадет. Есть же такое слово по-прежнему. Поэтому рекрут, наверное. Да, это все, конечно, прекрасно. Что мы с таким умным человеком играем. Блин, но он... Что представляет собой взлетно-посадочная полоса для гидросамолетов? Грунт, взлетная полоса, крышестроение, водная гладь. Для гидросамолетов это водная гладь. Водная гладь. Это гидросамолеты, это, к примеру, как вот это вот. Помните, может, была в GTA Vice City игра такая, миссия такая, дил-да-до-до. Там надо было летать на гидроплане, и потом он на воду еще этот самолет садился. Вот это что-то в этом роде. Опять, блин, опять мы сейчас будем ждать. О, господи, хоть бы кто-то кофейку принес, пока это происходит. Ладно, я не пью кофе. Ну, чайку, ладно. Чего-нибудь бы принесли. Кто победил немейского льва? Кстати, в этот раз он очень быстро. Может, он включился в игру, этот чувак? Как-то быстрее нам... Нет, он опять ничего не отвечает. Я не понимаю. Опять, в прошлой серии я это тоже делал. Опять у меня психи, я опять немного вот так подвину. Мне кажется, так лучше будет. Я не знаю почему, я чувствую, что этот чертов глазок смотрит не совсем на меня, куда-то в бок, и мне некомфортно. Какими римскими цифрами пишется число... Семерку на конце ищем. Вот это. Блин, ну это элементарно. Зараза, он сейчас ответит 100% этот Боже, как мне повезло. Боже, как мне повезло, он совсем дурак. Так, ладно, хорошо. Нападаем на него, блин. Давайте. Библиофилы. Ну, как бы. Я знаю это, потому что я сам очень люблю книги. Хотя я их не... Нет, ну на этот раз мне кажется, что это перебор. Давайте вот так вот. Какой-то я псих прям дерганный. Надо как-то, я не знаю, надо начать заниматься какой-нибудь трансцендентальной медитацией или чем-то в этом роде. Мне все время нервирует камеру, мне все время кажется, что что-то не так. А какой группе инструментов скрипка, альт, виолончель и контрабас? Пожалуйста. Да я, в общем-то, играю, вы знаете, с каким-то очень странным человеком. Он на элементарные вопросы дает какие-то совершенно потрясающие ответы. Ну, это хорошо, на самом деле. То есть, у меня есть какие-то... Может быть, я даже его разобью? Давайте попробуем. Как назывался первый фильм, в котором снялась Орбакайте? Вот это, по-моему. Да. Я не помню, откуда я это знаю. Ебок, где-то слышал кого-то. О, черт. А сколько их там может быть? И что это такое вообще? И что такое FIFA начнем? 6, 4. И я все-таки первей. Ладно, хорошо, давайте попробуем. Шансы есть его разбить. В 40-м году... Ну, это же Вторая мировая. Какие нахрен Олимпийские игры, правильно? Давайте дальше поехали. Попробуем так. На самом деле... Ух ты! Ну, это точно! Это я точно ему сейчас вынесу. Давай, еще последний раз нужно напрячься, блин. Изо всех сил. Так, о Бэтмене... Черт, жаль. Жаль, что он это знает. Это такой, знаете, возглас разочарования. Скольким годам она равна? 110 пусть будет. Наверное, мало взял. А? Как? Самая высокая продолжительность жизни всего 86 лет? Да японцы же долгожители. Даже американец Ирвин Кан. Ему там, я не помню, 110-108 он старше. Блин, я не понимаю. То есть, даже если американца этого перевести в Японию, он будет старше всех японцев? Или среднее там? Максимальное же был вопрос. А, локальное падение концентрации озона в озоновом слое. Об этом, судя по всему, речь. Сейчас проверим. Да? А, он же этот, он же, блин, не играет. Точно, чего я волнуюсь? Можно было даже ничего не отвечать. Ну, 700 очков, в принципе, заработал тоже. Я нападаю, да? И на кого бы нам... Давайте все-таки добьем уже этого вот чувака. Символ Нью-Йорка — это Статуя Свободы, конечно же. Белый дом, блин, ладно. Ой, проехали, все, я даже это комментировать не буду. Но мне повезло, понимаете, мне в турнире наконец-то попался кто-то тупее, чем я. Мне теперь даже не нужно орать, что они используют подсказки, как много у них подсказок. Мне вообще ничего, мне не нужно оправдываться, я наконец-то... И все, а этот не играет. Все, я прошел в следующий тур. И смотрите, и мы с ним так долго канифолились с вот этим зеленым, который постоянно тормозит. Что так долго канифолились, что теперь мы, наверное, вот сейчас вступим в следующий тур
сразу же, потому что все ждут только нас. Мне не придется сидеть и ждать там кучу лет, пока разберутся остальные участники между собой. Давайте вот проверим эту мою теорию. Мне кажется, что сейчас максимум трое человек помимо нас играть будут. Ну, то есть одна тройка. Давайте, смотрите. Окей, я. И переходим. А, ну смотрите, 6 человек, блин. Ну, кто-то, то есть, получается, наверное, у них тоже, я думаю, не играет. Потому что иначе я не понимаю, за счет чего они так долго там тоже тормозят. Ладно, давайте будем надеяться. Давайте опять сделать ставки, как я в прошлый раз делал ставки. Через 10 секунд останется трое. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нет, ну вот я если сейчас... Одна, вы понимаете, одна секунда сраная мне. Одной секунды мне не хватило, блин. Через 5 секунд тогда. 5, 4, вот, видите, как я. Через 26 секунд начнется игра. Я чувствую это. Через что? Не, я даже, знаете, я предчувствую, что она начнется через 19. Вот откуда-то вот у меня есть. Давайте сделаем ставки. Вот, что через 15 секунд начнется. 14, 13, 12. Смотрите, как, как-то я... Мне вот кажется, что это обязательно произойдет. Я не знаю, мне сегодня фартит, у меня сегодня прямо интуиция, что через вот 5 секунд, вот я думаю, вот мы сейчас начнем игру. Через 2 даже, может быть. Да? Прям вот сейчас я думаю. Вот, смотрите, вы видите, как я это сделал? Мне прям сегодня, я не знаю, у меня сегодня и выиграл, и угадывал с секундами там совсем. То есть я просто молодец, не знаю, как мне получается. Прям сам бы себя обнял, наверное, такой я молодец, если бы мог. Но я, в принципе, могу, но это как-то выглядит немного странно. Поэтому я перестану это делать. Давайте уже начнем игру, чтобы я... А сколько обычно пара ребер у саб... Нет, нет, не та кнопка, 6 я хотел набрать. А, больше намного. Ну, смотрите, все равно один кусок территории достается. Никто из нас особо близок не был. В принципе, у меня никогда не было собаки. Я и не хочу себе ни собаку, ни кошку. Никого не хочу, не хочу ни за кем ухаживать. Я никогда не считал им ребра, поэтому мне, наверное, простительно этого не знать. В конце концов, я и на зоолога не учился никогда. Так, давай. Ставим сюда. Но Декарт по-прежнему улыбается, он по-прежнему... В каком году Джордж Буш заявил, тиран пал, Ирак освобожден? Предположим, что это было в каком-нибудь 2005-м, не знаю. 2003-м, 900-й, 900... Когда? А, ну хотя вообще-то... Джордж Буш, он же есть младший, а есть обычный. То есть вот если обычный, то он как раз мог когда-то в то время об этом заявить. Ну я тоже, в принципе... Я тоже, наверное, неправильно. Надо было выбирать какие-то даты, которые ближе были к этому самому. 11 сентября. А я выбрал слишком далеко. Так, хорошо. Умело Оксана Федорова выиграла титул Мисс Вселенная. Блин, а кто это вообще? Ну, давайте 2007 скажем. Второй. Ничего не ответил. 5.90. Хорошо, смотрите. По-моему, таких шансов на победу у меня еще никогда не было, мне кажется, в этой игре. А как лучше защитить? Вот, ну вот сюда, наверное, давайте вот этого вот чувака окучивать всячески. Вот с этой стороны, с этой стороны. Потом еще сюда будет желательно поставить, чтобы вот здесь никто не оказался, потому что если тут кто-то окажется, он одну территорию выбивает и тогда нападает на крепость. Этого я не хочу допускать. Hurry. Сколько раз чемпион мира по футболу определялся в серии пенальти? Блин, да много, наверное, я не знаю. Сколько ж было их всего-то? А, гляньте, это я переборщил. А хотя, чемпион мира, подождите, чемпионаты мира проводятся раз в 4 года. Да, я реально переборщил конкретно, блин. Это ж вам не какой-то там, знаете, который раз в год-то проводится. Чемпионат, типа, лиги какой-нибудь или еще чего-то. Ну, хорошо. Все-таки получилось так, что сюда встала какая-то сволочь. Причем он со мной сравнялся из-за этого дебильного вопроса. Ой, футбол это моя слабая вообще сторона, мне кажется, здесь. Давайте его выгонять. Михаил Шумахера, кто его брат, футболист, гонщик? Футболист пусть будет, интересно. А может гонщик надо было тоже выбирать? Гонщик, да, смотрите. Ну, блин, это тоже, это логично. Понимаете, такое бывает, что братья занимаются одним и тем же. Там братья Болдуина, например, которых семейный тандем, вот этот актеры. Алекс, Стивен, Дэвид и как-то еще одного зовут. Дэниел, точнее, еще один какой-то. Может, Болди Болдуин, может, его зовут. Было бы неплохо. Мне кажется, ну тут 100%. Потому что самая такая старая группа из всех этих.
В 1967. 66-м? Ничего себе! А я ведь его даже толком не смотрел. Я его так чуть-чуть видел, там Юрий Деточкин ворует тачки, продает там детям на детдом и все дела. Я примерно знаю концепцию этого фильма. Основной сюжетный рычаг, как там все происходит, но никогда не смотрел даже полностью. Овчиные сапоги со слоем шерсти внутри называются Ичиги, Угги, Краги и Кирзовые. Да, это правильно, Угги, да. Это я знаю. Хорошо, что этот чувак не выигрывает, я по-прежнему сохраняю лидерство. Зелененький, спасибо тебе большое. Но он нападает. В этот раз зеленый чувак играет, хоть он опять играет слабее, чем остальные двое. В прошлой партии, по-моему, так же было, но он, по крайней мере, играет в принципе. Иван Мстиславович Алексеевич Вась... Иван Васильевич. Да, Иван Васильевич меняет профессию уже. Что? Гесфаст? Какой Гесфаст? Что он там несет? Типа, а, угадывай быстрее. Смотрите, он говорит, угадывай быстрее. Гес. Гес это угадать. То есть, даже создатели игры понимают, что знать всю эту хрень совершенно невозможно. Что тут угадывать в основном надо. Блин, это интересно, конечно. А я потихоньку могу утратить свои лидерские позиции, кстати. Надо собраться. Теловращение. Ой, подождите. Куб, правильная пирамида, усеченный конус, прямая... Я, блин, вот это, по-моему, мне кажется. Усеченный конус, да. Сколько дней в високосном году? А, я опоздал! А, слава богу, он неправильно посчитал. Он подумал, что в високосном, наоборот, на один день меньше. Вопрос-то легкий, на самом деле, просто сообразить надо успеть. Давайте опять нападаем на этого типа. Новый год в России в 15 веке. В какой день отмечали после того, как перестали праздновать в марте? Август, ноябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь пусть будет. Сентябрь, блин, я вообще не понимаю, как это все можно посчитать, понять и логически, не знаю, я не понял. Поехали, нападает аутсайдер. Хотя тут аутсайдеров нет, все так наравне примерно. Белый гриб, как мне называют белый гриб? Бабка, пан какой-то, блин, какой пан? Бабка, ну, бабка. Вешенка. Бабка, вешенка. Мне вот эти все слова, я только пан знаю, что по-польски это типа... Чувак, наверное. Я не знаю, ну как-то обращение какое-то к человеку. Полина Виардо, Эдит Пиаф, Эдита Пьеха, Брик. Полина Виардо, это Тургенев по ней перся. Эдит Пиаф вообще к ним никакого отношения не имеет. Эдита Пьеха, по-моему, тоже. По оценкам специалистов, на сколько процентов? На половину. Давайте так ответим. О, смотрите, как я близок, в принципе. Да. На самом деле, это... Очень многое... Вот, к примеру, долгожительство. Такое, знаете, конкретное долгожительство. К примеру, лет 115-120 прожить. Это определяется исключительно генами. Вот такое долгожительство. То есть вы не сможете... Вы хоть усритесь с этими брокколями и пробежками, вы все равно не проживете 125 лет, если у вас в генах не хватает чего-то. Я не помню точно, каких именно генов. Но при этом вы можете, любой человек может, если он очень хорошо будет работать над собой, во время жизни будет себя беречь, он сможет прожить лет 80 точно, то есть любой. Ну, кроме тех, кто, знаете, как какой-нибудь Марсель Пруст или Курт Кобейн родились уже с проблемами со здоровьем конкретно. Черт, он меня догоняет, этот зеленый хрен, надо что-то с этим делать. Ну, давайте вот на это тогда нападать. Сам бог велел тут столько очков. Ди Каприо. Хотя, ну, там, может, другая экранизация... Не, все правильно, Ди Каприо, да. Я точно знаю, что он исполнял. Сколько действий? Три! Четыре. Три. Три. Отлично. Отлично. Я получаю 3000 очков, а он получает... Что? Я не успеваю. Я со своим трендежом не успеваю ловить его потрясающие вот эти британские фразочки. Английские, британские, американские, я не знаю. Не, ну, по-моему, британский акцент у чувака. Или мне показалось. Сейчас. Hurry. Да, ну что-то такое британское есть. Юра. Мне нравится. Да, Юра, по-моему, самое прикольное, знаете, для... Ира, Дима, ну это вообще... О, черт! Hurry. В каком городе запрещено велосипедное движение на всех площадях и улицах? Блин, это зараза сейчас подсказки все используют. Все, это конец, ребята. Я проиграл опять турнир. Ну, я шел достойно. Я старался, вы сами все видели. Я старался как мог. А, кельты? Да, смотрите, ну это они оба знали. Ну, шансов не... диагонали. О, как быстро он ответил! Он уже ответил! Все, понятно.
Они оба ответили, но он ответил первый. Он сразу взял... наверное, в этот раз я могу сказать, что он сразу взял подсказку, и это не будет отмазой, потому что сейчас конец, он, скорее всего, и приберег для конца. И он обыграл меня на сраных 300 очков. Ну, просто... Нет слов. Ну, ладно, хорошо. Мое место четвертое, тире шестое. Сейчас играет трое человек. Давайте обычную партию. Давай. Я никогда, наверное, не дойду до финала. Вы понимаете? У меня никогда не будет мне так фартить. Вот, или очень не скоро мне будет так фартить, как фартило в этот раз. То есть я не знаю, что нужно. Фелисия, Багдад 99. 99 этому человеку, блин, 17 лет в лучшем случае. Я смогу. У меня есть шансы неплохие. Тем более он посредине. На Багдаде можно будет заработать. Хотя, может, они там в школе сейчас учатся так. По какой-то углубленной программе они шарят. Первый воздушный таран в каком году был совершен? В 1923. Стоп, нет! Что я ответил? Это было, наверное, намного раньше. А, нет, не намного. Ну, чуть раньше все-таки. Подождите, а что это? Не, я знаю, что такое таран. Я знаю, что такое таран. Таран это вот бах, вот деревяшкой. Бах, когда так на цепях. А воздушный таран? Это таран из гелиевых шариков, наверное. Я не знаю, правда. Не могу понять. Давай, Фелисия хоть корону носит, но какая-то хмурая, угрюмая такая. Не знаю почему, казалось бы. Какая высота остального арочного моста в гавани Сиднея? Ну давайте ответим, что там 300. Посмотрим. 134. Да, перебор, конечно, небольшой. Но не такой перебор, как 500. И это радует. Да, я все-таки вот не знаю, у меня как-то, знаете... Прям разочарование не выходит из головы. Я когда-нибудь... Я в финал просто хотел попасть. Ну, дайте уже мне просто в финал попасть. Меня в самом конце вырвал в финал какой-то чувак. Причем он это сделал совершенно ужасающим способом. Блин, как ему это удалось, я не знаю. В самом конце сдрючить просто, три башни вынести одним ходом. Это, честно говоря, деморализует. Вот так ответим. Ну! Рожай, Багдад! Смотрите. Блин. Ух ты. Фелисия, мы с тобой прям синхронно размышляем. Может, я не знаю, а это моя судьба со мной играет. Может быть, может мы настолько похожи, может, нам надо пожениться и нахерачить кучу маленьких Декартофелисят. Декартофелисят. Прикольно, блин. Так их и назвать. Декартофелисяток, доске. Ну, в школе на них будут говорить. Не, ну просто реально. Родственные души прямо, наверное. Вставьте название фильма, число вместо Айболит. 13, мне нравится. И мне вообще кажется, был такой вопрос, я просто не помню, что я тогда отвечал. Но Айболит 13, это точно неплохо. Айболит 66. Айболит 666 надо было. Кстати, такой. А, дьявол Айболит. Приходит и сразу начинает всем животным, знаете, как он их начинает лечить? Он прям скальпелем, без анестезии. Да, ампутация всем. Айболит 666. В кинотеатрах, да. С 29 апреля. Было бы неплохо посмотреть такой фильм. Я бы посмотрел. Хорошо. 2000, 2000, 1400. Я все-таки был прав. Шкет Багдад 99 отстает. То есть только мы с Фелисией можем как-то... Смотрите, мы опять, мы синхронно мыслим, мы синхронно идем. Интересно. И она на меня нападает. Не на меня, она на него нападает. Я не зеленый в этот раз. Я не, все время был красный, по-моему. Или красный ведь. Но иногда мне кажется, что я зелёный. В общем, я путаю. Короче, какой из этих храмов построен... Богоматери. Богоматери. Эх вы, а я знал. Вот мне бы... Мне вот такие вопросы. У меня только футбол. Да, я не знаю, автомобили часто еще попадаются. Не нужно мне этого всего. Хотя, на самом деле, по архитектуре тоже не нужно. Потому что потом начнут один за одним вопросы. Но что делают из пеньки? Веревки. Да, да, веревки делают из пеньки. Правильно, молодец, Фелисия. Фелисия получает на 100 очков больше, чем я. Надо нападать на Фелисию, я ничего не знаю. Где я? А, я не могу нападать на Фелисию. Я могу нападать только на Шкета. На 99-го года рождения Багдада. Самый крупный стадион. Правильно? Ну да, я как бы часто услышу. Стадионе Лужники, бла-бла-бла, тот-то-тот. А циферблатов часов имеет башня 4. Я предполагаю так.
Ну, чтобы на каждой стороне, наверное. Сколько? Что? Это что за... Блин, как эта срань вообще выглядит? Я прям... Мне аж любопытно стало. Надо будет погуглить. А, так. И что в итоге? В итоге он просто получил 100 очков. Угу. А, в платиновой проволоке в виде вешалок для одежды я бы, наверное, так сделал, мне кажется. Ну да, это разумнее как-то. Блин, какого раствора? А потом он все это типа снова вкручивал проволоку, да? Ну потрясающе. Не, ну хрен его знает, может такой изобретательный чел был. Давайте вот на нее нападем тогда. Нам разрешают. А, человек города, года, по Купер город. Попробуем Путин. Мне почему-то кажется, что да. Да, я так и знал. Я вот больше чем уверен, что если... Слышь, чувак, ты там не кончил от восторга, блин. Я был больше чем уверен, что если Путин есть в варианте ответа, то, скорее всего, дело в нем. Так, поехали дальше. Слово «галактика» происходит от греческого «гало», что в переводе означает «галя». Да, такой интеллектуальный ответ такой. «Гало» значит «гало», да. Молоко. Ну, хорошо. «Гало» — это молоко? Прикольно. Сколько пар жевательных мышц у человека? Давайте скажем 4. Нет, самих мышц, наверное, 4 пусть будет. 4, да! Смотрите, действительно. Багдад знал. Любит, наверное, пожрать, чувак. Хорошо. Следующий я. Я опять нападаю. Я опять буду, наверное, опускать в рейтинге Фелисию. Куда деваться? Анероид, эхолот, адаметр. Эхолот? Нет, нет. Ну, может, и эхолот, кстати. Анероид, фотофон, адаметр. Эхолот! Да, эхолот. Потому что он, наверное, с помощью эха, как у летучих мышей, измерять глубину. Курит 30. Может быть и больше. Но у меня такой оптимистичный. Да, больше, действительно, блин. 27, 13. Ну, действительно, есть такой нехилый такой разбег, в принципе. Она победила заслуженно. Наверное, ее муж задолбал, дымит, как паровоз в доме. О, по отзывам современников, никто не сделал более дискредитации Николая. Для дискредитации Николая II, чем Распутин. Да, это, мне кажется, логичным. Он там тусил неплохо в дворце, творил. Раз, два, три, четыре, пять. А, блин! Что я нажал, сука? Ой, ёлки. Да пошел ты, что ты ржешь, ублюдок. Блин, 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 блин. Клацнул случайно две кнопки сразу, понимаете? А по-моему, какой правильный ты ответ был? Она 6 ответила, кажется. А какой был правильный ответ? Ладно, не важно. Кружевная накидка у испанок. Пожалуйста, сдрючь ее. Я тебя прошу. Хоть раз. Захвати ее территорию. Мантилья. Блин, если он захватит ее территорию, у нас у всех по 2000 будет. Каким по счету были летние Олимпийские игры 2012 года? Я не знаю. Я даже не буду ответить. Я не хочу позориться вообще. Кстати, он это сделал! Ему удалось! Смотрите, мы все сравнялись. И сейчас, вот сейчас вот этой партии будет просто, ну, эти две. О, сейчас вот в этой партии будет просто офигенный. Ну ты и дурак. Слушай, зря ты это сделал. Осака. В Японии. 100% в Японии. Я это точно знаю. Будет интрига потрясающая. Чему равна сумма чисел 5 плюс 7 плюс... Ого! 30. Я уже вижу тут. 10, 10 и 10. А, вы гляньте, я облажался. А где же? А, ну да, тут как бы 5, 7, 3, 13, 31. Ну ладно, хорошо. Блин, вот... Хорошо, ладно. Ладно, 2, 100. Так, он нападает еще и плюс ко всему. То есть этот шкет может сейчас победить, кстати. Потом только я вот, у меня будет шанс. Какой марки было такси у главного героя фильма «Такси»? «Шевроле», «Ситроен», «Пежо», «Рено». Ой, я не знаю, я никогда его толком и не смотрел. А, максимальная глубина моря Лаптевых. В Лаптях, надо было спрашивать. Какая максимальная глубина моря Лаптевых в Лаптях? Классный был бы вопрос. Да, и, наверное, где-то вот в Лаптях, вот это я и чувствую, что где-то должна быть еще цифра такая примерно. Глубокое море Лаптевых. Ладно, хорошо, 200. И мне просто, смотрите, мне просто надо, неважно у кого... Ну, давайте вот 400 очков, чтобы эффект не была победа, если получится. Столица государства Иран, Багдад. Вот это придурок я, а!
Блин, а я был уверен, что Багдад почему-то. Багдад, наверное, столица Ирака. Ну, Багдад это точно столица чего-то из этого. Сколько? А, это они между собой сейчас. Кто же из них победит? Ну да, правильно. А я просрал, представляете себе. 4-3-3. Да, представляете себе, человек 99-го года нас сдрил. Главное, чтобы Фелисия не оказалась вообще 13-летней девочкой, а то мне тогда будет так стыдно. Третье место. Я помогу тебе, что? Нет, да. Давай, помогу. Нет, не надо. Окей. Да, спасибо. Спасибо, что сыпешь мне еще соль на рану. Мини-турнир еще, блин. Да давайте попробуем, в принципе. Смотрите, как я четко вступил в мини-турнир. Сейчас еще один мини-турнир будет, представляете себе? Два мини-турнира за выпуск. Такого еще не было. Удачно. Удачно я зашел. Если так, то это означает, что серия длится полчаса, потому что первый мини-турнир начался полчаса назад. Соответственно, ну, как бы, они каждые полчаса устраивают. Поэтому еще минут 15 спокойно можно играть. Сколько звезд на флаге Таджикистана? А сколько их там должно быть? Я знаю, что на американском флаге их дохрена, поэтому можем предположить, что и на таджикистанском их много. А можем и не предполагать этого. И не надо этого предполагать в следующий раз. Блин, надо запомнить этот вопрос. Если он повторится, я больше так не буду отвечать. Но это, знаете, блин, это не честно. Ну нафига мне флаг Таджикистана? Спросите меня что-нибудь про летсплей, например, на ютубе. Спросите меня, я не знаю, у кого больше подписчиков там, у Олега Брейна или у мистера Декарта. Я точно отвечу. Зачем вы меня спрашиваете? Я не знаю этих вещей. Пяти. Пусть будет много фильмов. Я вообще не знаю. Точно знаю, что в старых клячах неплохо. Мне просто цифра 5, как бы 5, я так ответил. Ну, я угадал. Теперь люди там будут сидеть и думать, что я реально пересмотрел все фильмы Гурченко и Рязанова. Разбились мы следующим образом 2-2-1400. Я все-таки имею шансы, да? Надо их не упускать. На кого нападем? Не, ну понятно, что мы нападем на вот него. Это 100%. Потому что он лидирует вместе с нами. Шотландец, одетый в национальный костюм, кладет нож именно туда, в рукав, в шляпу, в складки, в подвязку гольфа. Давай вот так ответим. Мне так кажется. Да, и смотрите, я угадал. По сути, я, можно сказать, угадал, потому что я никогда не подглядывал шотландским мужикам в гольфы. И под их килт шотландский никогда не подглядывал. Представляете себе, не было таких увлечений ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности, блин. Кто из них 100 походячий? Кто такой Акела? Балу. Балу, потому что он медведь, и как бы у медведя же есть стопа, правильно? То есть это логично. Надо просто было хорошо подумать. Вот в таких вопросах надо думать побольше. Не надо торопиться. Торопиться надо, когда цифры угадывать. Хеопса. Да. Вообще, я заметил, вот как-то вот в этой партии, в принципе, вот в этих партиях последних, такие не очень сложные вопросы во многих местах. Во многих смыслах. Во многих местах. Вообще, во многих смыслах. Вообще, несложно. Не важно. Какое название имеет Пятая симфония? Никакого, только номер. Хороший вариант. Пятая симфония Бетховена. Это и так звучит неплохо. Да. И они тоже так думают. Каким по счету ребенком в семье был Дмитрий Иванович Менделеев? Может, пятым? Тоже пятым. Пятая симфония, пятый ребенок. Пусть так. Вот это родители у Дмитрия Ивановича там вообще, они прямо... Ух, круглые сутки-то, наверное. Кто из этих людей? Шевчук. Все, понятно, можно не париться. Бутусов это у нас Наутилус. Это Сплин. Это ногу свело. Это Шевчук. Какой физик открыл явление дисперсии света? Кеплер. А, вот облом. Не, я думал, как-то не меня Ньютон больше с тяготением и все ассоциируется. Но он был разносторонний тип. Был такой прикол, Ньютон, кстати, веселый чувак, он ради эксперимента долгое время смотрел на солнце, чтобы проверить, что будет с его глазами после этого. Ослеп там на несколько дней, по-моему. Но потом все вернулось на круги своя, кажется. Я точно. Да, насекомое, блин, ребята, ну, дайте мне этот вопрос, серьезно. Почему мне его не дали, он легкий. 1900, давайте опускать его еще сильнее пытаться. Какая из перечисленных стран является крупным производителем и экспортером пшеницы? Канада, Нидерланды, Индонезия. Давайте думать быстрее, Канада. Ну, я думаю, там большая земля, поэтому... В каком году умер Булгаков? Ой, что-то я его слишком... Но я все равно, вы прикиньте, с таким идиотским ответом я все равно умудрился победить.
Он-то его вообще отправил аж там, не знаю, в 19 век. Хорошо, сейчас вот опять вот опасность всегда есть вот этой хренью, что человек в конце нападет на такого-нибудь такого козла. Хабаровск, Иртыш, Амур. Черт, это будет плохо. Сколько штук, самый крупный за всю историю заказ пиццы? Сколько штук долларов, в смысле? 500! А для кого? Кто? Кто это? Кому? Я не понимаю просто. Это, наверное, было какое-то очень-очень массовое мероприятие, типа. Какой-то просто потрясающий футбольный матч по своей широте, долготе. Долготе в плане того, что он, наверное, этот футбольный матч не только вмещался, а там стадион был размером с какую-нибудь небольшую страну, так там еще и, наверное, он длился несколько лет, блин. Несчастные футболисты уже в состоянии скелетов там бегали по полю. В общем, вы представляете себе, сейчас я, по-моему, опять просру из-за того, что какой-то гондон в самом конце умудрился... Пока повезло, но это все ненадолго, понимаешь? А, подожди, я знаю, сейчас я сделаю хитрый ход конем. Он же мне подарок, по сути, сделал. Тут надо сейчас... Насколько сильно отклонена Пизанской башни приблизительно? Давайте так ответим. Я не знаю. Да, 3,9, хорошо. Он там тоже, наверное, подсказки юзает. У него сейчас время такое, что надо. Я не знаю, что я нажал. Средний какой-то. 12,5, отлично. Извини, синенький друг, но теперь моя очередь хитрить. Empire. Вот это я разобрал. Empire, да, что-то я империю. Ну, я захватил империю, видимо, поглотил, об этом идет речь. Давайте, почему бы и нет, всех поимеем. Чтобы обеспечить равенство шансов, элемент непредсказуемости... Выгоду заведения. Ну, блин, ну... Я, понимаете, я не знаю концепцию, по которой там все устроено. Я только знаю красное-черное. Я знаю ноль, да. Блин. Скунса! Священника женщины. Да, мне кажется, священника, наверное. О, черт. Вот, блин! И у меня, смотрите, у меня ничего нет, в принципе. Мне нечем оборонить. Никаких подсказок. Хорошо. Слава богу, я уж думал, что там вообще сейчас человек... А, все, отлично, победили. Мне же, смотрите, я не привык, что в конце вот... Я привык, что в конце, если на мою крепость нападает, меня обязательно дрючат. Я вот просто привык. 15 человек. Так, ладно. Тут мы ждать не будем. Этот момент я вырежу. Дождался, наконец. Это реально было, блин, долго. Я упарился уже тут сидеть. Причем, знаете, все довольно быстро вот. Там было 15. Довольно быстро все дело дошло до трех. То есть трое только остались играть. И эти трое там сидели, канифолились, я не знаю. Ну, наверное, мне кажется, 60 секунд минимум. А напряжение батарейки типа крона Б. Ну, в смысле, вольт. О, черт. Ну, я не так уж и далек был, в принципе, от правильного ответа, поэтому я получаю один кусочек территории. Фух, хорошо, давайте. Давайте мне... Блин, я, кстати... Вы знаете, я что заметил? Мне вот в этих партиях реально везло в том плане, что я практически никогда не оказывался посредине. Я этого не помню. То есть, может, было один раз, но я как-то не обратил внимания. В основном все время вот меня что-то... Вот как-то они рядом вот друг с другом, а я где-то в стороне. Это хорошо. Это фортуна. В каком году Рыбак выиграл Евровидение? Ну, наверное, это было где-то, мне кажется, вот... Вот так, наверное, да? Мне кажется, я еще учился в школе тогда. А может и нет. Ну, смотрите, все равно, неважно, что-то он тоже подумал, что 2006. Ладно. Давайте. Будем вот здесь вот защищаться, вот таким образом. И вот сюда бы еще, наверное, поставить. Да, и я, знаете, я еще, наверное, вот сюда поставлю. Сюда пусть хрен с ним. Сюда пусть кто-то из них потом становится. Главное, чтобы вот здесь я успел еще закрыть. Да. Потому что следующий ход, кто-то из них туда сходит и закроет мою территорию с той стороны. А мою территорию, это я имею в виду... 63, 69, 54... Все равно один кусок остается. Мою территорию, это я имею в виду мою крепость. Вот сюда вот встань. Блин, это все равно произойдет, черт возьми. Наверное. Да, вот сейчас, и сейчас сюда встанет, сволочь. 100%, на Урал пойдет. Да, да. Ну, зато я встану рядом с ним и буду... охранять по максимуму. Здесь постараюсь его выбить как-то, не знаю. Посмотрим. Тут ставки будут высоки и, наверное...
Или 6. А, 7, правильно, да. Как хорошо, когда вот такой вот вопрос, и ты понимаешь, что ты живешь на Украине. И тебе в этом отношении проще. Я ведь все это учил в школе. Так, сюда и вот сюда, да. Хорошо. Смотрите, я, в принципе, вырываюсь вперед, но вот это вот, конечно, печаль. Вот это вот нахождение, блин, рядом со мной, оно меня немножечко нервирует. Надо с этим что-то делать. Кто будет сейчас первый ходить? Если я, то я сейчас сразу же вот этого кента... Да, мне дали шанс. Мне дали шанс от него избавиться. Поехали. Та-дам. На какие меньшие звенья делились евреи? Общины. Колено, правда, может? Еще такое, знаете, колено неплохо. Колено, блин. Сраные колено. Черт, не получилось. Значит, он сейчас будет нападать на мою крепость. Сейчас полуфинал турнира. Ставки высоки. Он будет пытаться сразу же меня выбить. Конечно, да. Ну, это логично, он правильно делает. След или... Трек. Star Trek, звездный путь, как бы. Это я поэтому знаю. Идем дальше. А, стоп. 16. А, 14? А почему 14? Почему 2-то? Парень, ну ты даешь. Ну, если ты парень, конечно, не знаю, кто это. Рыцарь. Рыцарь неопределенного пола. Ну ты даешь. Ладно. Так, какой песни Пугачева завоевала гран-при фестиваля? Посидим, поокаем. Что у меня песня такая есть? Это как она, интересно, звучит мне. Так, я послушаю, я, наверное, вы знаете, я разобью в Google, посидим, поокаем. Мне прям интересно. Горбунков. Горбун, Семен, Семенович Горбунков, правильно? Да. А, длинной Тони? Ну, давайте так ответим. Может, она больше? А, не намного, вы знаете. Я думал, может быть, длинная тонна, это тонна умноженная на... Черт, он на крепость на мою нападает, надо собраться. А, Кордова, Севилья, Малага, Гранада. Да, видимо, не судьба мне просто попасть в финал этот гребаный. Смотрите, все знает. Сволочь. И пошел... какой 3, блин, я не на то я хотел, блин, я же стрелочку ввел. Я же стрелочку хотел нажать, не ввел, в смысле, я ввел подсказку, хотел нажать стрелочку, я случайно нажал на цифру 3, блин. Ну это просто, я не знаю, это фейлище. Это, я не знаю, как это описать иначе, это фейлище, но не в этот раз. Ну, вы понимаете, что я все равно, я записываю этот тривиадор, то есть раз за разом, каждую неделю, поэтому я буду надеяться на то, что рано или поздно все-таки у меня получится. Просто попасть в финал, не выиграть, попасть в сраный финал, хоть раз. Когда-нибудь это должно произойти, но в этот раз я так спешил, что я случайно нажал не ту цифру. Блин, давайте выходить отсюда как-нибудь, я не знаю. Выйти, но я не хочу это видеть. Я понимаю, что они, да, все, молодцы, мне на них... Не могу я на это смотреть. Играет 9 человек, пофиг, все. Если понравилось это видео, несмотря ни на что, то все равно все-таки подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарий, ставьте этому видео лайк. Оставляйте комментарий. Что это, блин? Я так расстроился, что я свои жесты и слова уже не координирую. Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте этому видео лайк. Откройте описание под роликом. Там внушительное количество плейлистов, там куча ссылок. Ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. Открывайте плейлист на рубрику интеллектуальную «Качаем мозг», которую я прямо сейчас перед вами помещу. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.